В главном управлении МЧС по еврейской автономии не оставили без внимания трагедию, которая произошла в детском оздоровительном лагере «Сямозеро» в Карелии. 19 июня там во время сплава по озеру начался шторм, в результате чего одна из лодок перевернулась. Трагедия унесла жизни 15 детей, отдыхавших в летнем лагере. В нашей области тоже есть организации, которые желают проводить массовые сплавы по рекам автономии, в том числе и с участием детей. Однако спасатели рекомендуют все же воздержаться от такой затеи. Как сообщили в областном управлении МЧС, одно из образовательных учреждений уже отказалось от проведения сплава. Кроме того, сейчас решается вопрос о проверке мест летнего отдыха детей на предмет обеспечения их безопасности. Внимание уделят также уровню подготовки вожатых и педагогов. Инициировано проведение заседания КЧС на субъектовом уровне, где будут рассмотрены дополнительные меры обеспечения безопасности детей в детских оздоровительных учреждениях. Потому что участники данных мероприятий, они должны обладать определенным навыками действовать в экстремальной ситуации, уметь хорошо плавать, уметь держаться, находиться в холодной воде.